Привет, друзья, это видео посвящается пропавшему видеоролику Station 922 МКВ. Оригинала здесь не будет, но вы узнаете кое-что новое. Station 922 МКВ – это видеофайл длительностью 45 секунд. Да я знаю, что вы это знаете. Бла-бла-бла, спальный район Москвы, бла-бла-бла, за 40 лет пропало 9 человек и еще 100 раз бла-бла-бла. Известно, что есть 4 скриншота. Вы их видели только что. А я нашел новые скриншоты, ха-ха-ха. Зырьте, пацаны, какие у меня какашки есть. Все, я нашел 5 скриншотов, теперь пойду играть в World of Tanks. Шутка. Я не остановлюсь, даже если найду 20 скриншотов, так же как и вы. Вы, возможно, думаете, ха-ха-ха-ха, ща в какой-нибудь Darknet зайду и отыщу оригинал. Нет. Его там нет. Кстати, видео сделано не в Москве, а в Перми. Улица Веселая, дом 1. Кстати, автор снимал не соседнюю многоэтажку, а свою же, только ее часть закрывал балкон. Некоторые говорят, что палочник поднимался. Некоторые говорили, что палочник спускался. А я считаю, что он улетел на розовом слоне. У меня самые правдоподобные версии. Теперь поговорим о двух видео, где палочника засняли в Ульяновске. Первое видео сняли с соседнего дома, второе на дороге. Шутка, второе на самом деле реверс версии первого. Смотрите сами. А первое — это фейк. Кстати, Station я пишу на русском, так как на английском говорилка читает статья 922 МКВ.